Петюкиннин кинди сахамсирин алоқтауқтарай хигис, эйге бери бенденник тяғы тахарытын көрегуд. Бүгін кепсетер темелер бит олу сентирейхіней болуқтара ол курдук бизнес арнар бутер туқ мэхэдер көрсек бутын сөбей нюрболу хугар, урбанитарга туқ өбіл бары, элбэх олақ ие джиэг олоран қайдда қарчолыр өлірін хөбей. Джигерген бюджетін... Мен онтан тақта сыл бизнеске үлелейбе. Краска производства тұғар ұбайбынан үлелейбіпет он сыл болды. Онна бизнес курс, бизнес тұғынан жаңға ариялларығар, салайялларығар верден. Жабу бизнес арынарығыннақпыны, бәе жиылатын арынарығыннақпыны, туқтан ағалықтақпыны, бағар ол бизнес планы оңырына бұнду, қатшыбын мүніна бұнду, әйгебін талына бұны, қайдақ болықта? Амбастан мен сана бар, мен опыпынан, онына білейбінен күрдіқпіні. Амбастан кейі бәйетін іс тұрғын өретектәк, тұғы білері, хатыры, тұғы опыттағы, тұғы іс тұрға қайдағы. Онтан сеттерін суат анализ күрдік оңырын бәйетін күстәк, өрітін күске тұтан, онына уже бәйетін әдейетін бізнігін суаттан өретін сағалыр. Беги сагалыр бутигар мен Месиска Москвага инженер металлург автоматчик бутер бидем. Он на икесил базальтовый собот арлы тигар улля бидем. Он на икесил Москвага ми амбуа курска анхага верни бар бидем. Антон убайым бауманкага бизнес тигар верни бидем. Он на ягуну бидер бидем, кини волана финансист, экономист, бухгалтер тигар кустягате. Олихин бихи оно вирете мит обсајнен сакасиригер производствоне сајнара гадење. Келби пит, бирсел ден ган туран вира пит пит, а тох пар туту министерство статистика тен обсај статистика не бидар билбет джему туттан експерт дартан бардаттан и пит пит, он на обсаја онча бизнес идејни ламут полни бизнес планови бу пит, со таа пит тох пар рискалари нивен виретен бу краскага ден тоқтабы бұд. Бизнес ден опсайынан суаттан, учеттан вердеттен сағауынар. Оны бастатан тұран қылыбыра уже кеге бәйетін күстәқ, өретін күске тұтан уже продуктен толқойдыр. Қылыбыра мен түгі оңырықпын себе, түгі предлагайдықпын себе ден веретер. Оны ол продуга кегеға тоқ, тұғалағын, тоқ, задачаны бағарары ден олық үшөйдігі әрдіқтәк. Онтан уже рынагын өретер, целевой аудитория ден кемеға атылырын, клиендарын өретер. Рынак опсай объемығар төгіні қайдақ атылығы сөбей ден уже аты кәлер. Қанық направлениянан аты барары қылыбыра розница ду, аптовай ду, дистрибьюторска сет ду, или бәйті атылыр ду инстаграмынан оны бартын өретер. Әме үлчеттур, онна рынок объемыттан мен түхі бірғаны ұлықпын хөбейден ұчеттан тұран уже объем продаж күрдік қолыбырдан оңырыр. Оны бейі қолыбыр бұтығар қолыбыра қылайы объем продаж оңырыр әртебет тағаны нар ұлыққа кейдбәт әті қолыбыра да. Тейдбәт түн ағыры түйе ұттын? Тейдбәт. Тейдбәт. Тоға дейтір қылайы туған бет ғырған болар, строительный сфера нар күтчан әр дебет күрдік. Олығын бұлағына бейі уже опытыран білейбіт кәнген воронка продаж қайдақ өлелерін розницаға дейліне, оптовайға дейліне, дейлерге әдзеліне қайдақ өлелерін уже білейбіт. Оны примерно уже ғоттық бұтын сөп. Оны білейін уже бұл қылыбыра Россияға аты бұтын қағылан әрәбіт. Онында дейді қылыбыра целевой аудитория бұнын тұқтан қайдақ талықтақ бұны, әбетер бұғарықтақ бұны? Оны қайдақ біле біне? Бәйен бағытты ұны тоқ күстәқ мәндің преимущества күрдік талықтақын продуктар. Оны ол ұны конкретна тоқ
қанық клиент атылғачы болықтағы жопчу білектағы қолыбыра күсту, жәжі дұ қолыбыра атылғарқа састағы хүрбе вестен бөңгі дері дұ тұқ интерестағы қанды үлілері тұқ қас қамнастағы тұқ интерестағы қанна сылжыры оны бартын өртеқінана хауи интерегінеден бір кей күрдік көріқына деп. Бұ атылғачы бұн? Атылғачы қолыбыра кемеріден аттақ, қасырыс астақ, қандар өлілер, қолыбыра тоқ опыттағы ден. Онтан хеттірін рекламаға чоғына чөпчу сайылары біт. Сылны дүкілдері біт, онна реклама атығыны әлбәтірі біт. Онтан те рекламаны тарай бұтча қолыбыра. Сағалы әмініне реклама бұны тұқтақ бұнды, әбетер хағылан атақ бар туран бара мұн бірді те рекламаны тұқтақ бұнды. Онна түхе бұрғыны, түхе қатшыны онна ұтық бұннадыны. Онтан рекламаны әттіғі үкі түхімәқтен бар. Бастығы түхімәққа продуғы өретерге, ан бастан мәні ұтыққа хөп рекламаны. Құлыбыра мәні сайт ария бұд, әлі инстаграмға страница ариян бұрамыд бар күрдік оңыра бұд. Онна құлыбыра он идеялақ бұлық бұдында, он идея бұдын бартын тәңге ұта бұд. Онна қандық хамы әлбәқ интерестағы олынна уже тұқпар күспетін оны ұра бұд. Онтан екес түхімәқтен уже бәйін парадуғын реалны бар, онна олынна олығыран ол конкретный клиенгар, атыны қадық ұтаргар бұд реклама онна арас-арас туға уже күскелелер. Онтан те, кейір урбанит болбап болады барыда, оны қайдақ бұл, бастан үйерен еқпін нады да, бұлі курс ағам бара мұн бұғарына бұнды, әбетер номну бұғарынан баран кәлелер дүйен бұлі бәйен көрігінен қайдағы бұл, әйхі үйеріне кәлбетші онлар хен бір арас болар болақтары дек, кемері номну бұғарын мұд, кемері бағар харбақты үджар, оны қайдақ жон болай үшін? Отын мен ОПП-нан әттіққі арас жон үйеренер бағалақ кеме бар, тоқтай идеяты қоқ кеме бар, оны үлілі ғыджар урбаниттары ме балылар. Оны бизнес ариярға құлыбыра сағылачыларға ход бұрыстой ден ханы қағып, доход минус расход, онына процент прибылы ағылдыр бұллады. Бұрыстойды қаната қондық де? Аха, бұрыстойды қаната қондық, но мен ОПП-нан құлыбыра отыт бірген как минимум болынна да, отшығына бизнес хоть как-то в жизни үлілер. Оларын мен СОП-нан әлбәқ оның идеялар оның қапсыз баттыра бет. Олеген қайдақ бұ отыт түрдің бірген прибылға оңырын тағарабыны дейін оны әлбәқ жінжейіне ұтықынады. Онтан еміні үлілі хеджер жоңға операцион қаттан қайдақ тақсауыны дейін қолыбыра. Әлбәқ бай урбанит бәйті сүйірер, хасы әдеттен кеңгі дері оны бағарайдан қалар қолыбыра. Оның тақуатты ғығар, әлбәқ бай мұның бігі ОПП-тінен система бар қолыбыра тұқ бар. Компания, бизнес сұғыла, бұл урбанит бәйтін сұғыла, үләйттер бәйлерін сұғылары барды бір болықтағы өт бір сетіп. Сұғыл, сұғына стен, сұғыл, сұғына миссия, әті барды бірге өлдер. Оның жон қамныға мотивацията қайдық үлілер әті барды бір системінен оңғылар әбет. Оныңдық оңғылынағына бірді бизнес система жағы күрдік үже үлі әуетінен керем барар. Жәуілілерде. Ота тен бәйен қолыбыра ұбайғын күтті күтті ғанар еді күтті бі жағылағатын. Онтан әнік кімнен әрі күтті ғар, күтті ғыңын нен әттімін білі әтихәл үккіне барытын күмағыға сұрын дейлерді. Ағыны барытын қайдақ білі документ бұту, нен қайдақ оңыста бұту, білі әбәхен әстіпетін қайдақ аңардаға бұту, білі арай тәңнәқтер күтті ғар болақтары де. Отаны әддетін барытын договор соглашение оңыстықы нада, оныңға ғоқ хембер кәлін, хембер арас сына бар болар. Олеген әддеттен соглашение оңыстықы нада, бизнесі прибылын қайдақ аңарды ағыты, бизнес опсайынан қайдақ арарылары, оның
должность именно канык задачены быки бхарариди. Лабра атыга уллана аты производство ла производство технология реклама бухгалтерия тибар товар булади, оно именно ангардыга ханада, он не эддеттен бардын чопчу бхарны ханада. Бартын эддеттен кепсетен барын бидді хағылы бұтордық болады. Аха, түте, ән әйіға үгіз урбанит кәлер өте арасты әйгеттен болады. Қанды кәйгеға білейін қолы бұра хағылығырға тоғастағы, ары көңілуйду конкуренциятын күра оғыст. Оның кен барды бұ қолы бұра жоқызғы үлін көрдіққа бетер хағырын үлін көрдіққа. Оттын опсанын әттәхіне именно оңырын тахары ден олыс ғырақан, бүй условия бітігір. Услуга ду аты ду бұдан күске хайдары бит, онна хамай білген хайда тұрар IT технология, конечно, онна ти инфопродукты ден инстаграмынан, сайтынан атланар тоқ, бұдан әлбәқ трибілді ақтар қолы бұра производствоға бігі минимум хүрбә бұрған дейт ақпетіне, ол онна бұғантан хағылан уже хағыланар. Рейбілдері. Олеген бұдан түргенік хайдар, бұдан тағырылақ болар. Онына біле тұғайын назы тұғып болады, первоначальный біле капиталаген? Первоначальный біле ағайық болар. Құлыбыра производствоға технология бар, оборудование бар, жоның қамныға төнхен бір бар. Барының күрдік күнен бірін барытын бігі бұл хақа ерегер олырар боламыд бір сыл әрде барытын бұланнан ағылық услуга им была на в основном аренда, он на чем хам нега была была, да? А то рынок, какие условия, тогар бля, араханайдан хайдар была, да? Барар барбат дела, растюгенер была была, да? Но бля, та была бы тогда, когда ты гуху велигини, хола бра. Тута джоннори лидерин тюхеренгас, паналарин тюхеренгас, петиндерингна. А то хами мен ханабыр бизнестен кеге истругуттан тұтылықта. Қылыбыра кеге сылайбыт, әлейбіт, выгарания бар бұп болағына бизнес әме оның жа аллара барар, ол ұлақан оролу оңыра біт. Ол еген ан бастан оның маменға сынені ханада, ағаяқ күн онтын уже расходтары күчетан керен барауыд, оптимизация процессов тен бар. Тон на уйрака хайдига бар канада. Антон уже тун кандын билем баран баратын оптимизируйдан баран дальше развития бар хасып. Жа, икис тынул нам баранда, хангаттанул нам баранген, аха. Жа, онна мақтал айтылына бұл кәлін бігек студиевті рөлжеттавыккар, кәпсәвіккар, бұл камераны көрінлеронғын бігек көрәйтшілер бітігер баға ханағын иттеқтін барып. Бағарым әті бизнес арьер болақытына күттін мұқтын әді, барыта соттан, үчеттен, бәйе хайдетіттен хағыланар. Ол еген онына бәлем болақытына бизнеске кәлін дейін ғырауын. Мақтал айталина әтенге бол әйеқәме сайдыны бағарабыд. Күндігі әрәшілер бігі бері бітін халғы бұд, салғы нүрболуғығар урбанеттарға туақ өйе білбарын білек бі. Салғы нүрболуғығар урбан сайдытын тұғынан көпсетек біт бігеға бүгін үлжітті кәлі нүрбатағы урбаны өйір кейін салаячыта Нүргияны Михайлова. Нүргияны Михайлова өйтіуе күннен нүрболуғығар урбан сайдытығар әе тұғы құләнігі тағыты, қайдақ өйігіті урбанеттаргытын үксін тұнағалачылар надиялдыра болады. Ата нүрболуғығығар урбан көміскәхін арасы өліптәк болар. Ата бастатын тұран екітігінші 12 халлаққа бизнес инкубатор тұтылды бұты. Федеральный бюджет үбіден олғағынаға түкіл милицина, министр бұт күр милицина Екатерина Ивановна, олғағынаға бағылық бұт Прокопий Владимир Михайлович үтін өйеніндер, ұбаныныр, федеральный Ресия конкурсын құтым мұт, проек оңырын үпқатшы берендерді жет тұтылды бұты. Нүрбек орыт хамай кейнегер. Икітесттәқ, балтараты, ғыншекерің еңнәқ, желәқ біт. Бұманына хаң-хағыланыр урбаниттар, чепчекі ғыныға кейреннер, үләлілдер, қымсығылдар. Қолы бұры нүрба, қорат ешігер
коммерческой холовар аренда сената тыгынчыттан балтара тыгынчага дылып болгана би холовар квадратный метр бит тыната ток пар коммунальный расходын кытыры 2 мәһә эрәк күбе. Хәп онын холовар разница та хаңа хагалы җондырга улыс улахан билләр инде генә ти имущественная поддержка ден булар. Маны таһанан бигә улыс путугар республика хара триллегаттан мой бизнес офиевлелер. Мой бизнес офиска қандық бағары ұрбан ет, әбеттер үбетті оқ, ұрбанның директорының бағары әркегі кәлен қандық бағара бұпросқа консультация ұлар, өбелеттер, амалаттар, оны көмі ұлар. Ол құрды қолы бұр ұрыт предприниматель бұғытының регистрацияның болаққына баспошының түліген налоговығы бараған, келен инфоцитар елі бетен кәлен инфоцитарға бараған бұтты. Онтың білеген бұ мой бизнес функциялары кәңәнінер федеральный сет болан, бағылағы кейі бұл офис бұтығар мой бизнеске кәлен ип бұғытының регистрацияның маны тағынан баспошының түлі өбет. Хәп, онна расчетный счет ип бұғытының немея бұл офис бұтығар ағылықтарын сәп. Аны туран республика үбіттен барар министерство предпринимательства чәрчетінен барар тұқ бар көменеме баратын бұл мой бизнес офигар келінілер. Корыққа кенекелі хата бат, офиска кәлі бігі қа тұқ бар ұрғата бұрғығар әппетілер, көме ұлар, қандық көме ғана дейерін, қандық көмені тұғандығын сөбін бағарынар. Ол көндеттен бігі үлігеттен бікіне дүкімейінен қомыргі көмілігін тұқ бар ғығаттың көнінерін, итағағын өте әбән көнінерілі дүкімейінерін бігі офис бұтығар тұттарар, бігі офис бұты жәде қораққа ғытыр. Енігінен қолы бұр қасты 10 тәліттені керей хатабаққа бұ бір хірге кәлер, ипі болар, шуатағар, онтың ұжы біл отчетінді тұттарған әп, енігінен білі олыс үшігей. Аны тұрғанды мой бизнес офис қас консультационы әрі бол бақы образовательный олады үйеріқтәйін туғынеме ұйтар. Олы мен бігі қабар, ара семинардар, бұ кәлін пандемия кәндеттен тұтың онлайн, ара күн айы қастығы үйеріқ болы тұрар. Анығы олық үлді білінен. Маны тағынан ұсқолы ғоларуын өне әдір чытары қытары үлелі бет. Ол күрдің ұсқолы ғоларғар арас олимпиадалар ғат, World Skills көріқтергенін бие олар бұд үшөйді күттіндар сетегейлі ақтар. Онда тұлақан үлебет направлениетінің болар школьный бизнес инкубаторы ден. Қағыз кластыр тұлағы? Школьный бизнес инкубаторы ден ұттың осколы бәті бағарар, қолы бұр бәлерін үлелер қайысқаларынан көрін. Қолы бұр бұланы табычын осколаларға тәсөвенерің орағынайын әрі көрдік болалар Более народ кайсы өтін ғарғығында, қайдыты ғарғығында қоғыз направлениялар болалар. Ол күрдік, ол ғылытты ғырғыттан, ұлыстан, осколаларға түк конкурс түмігінен. Оғылар бәлерін бизнес проекторын, оңырондар, көміскәндер, осколаларға қатчалалар. Орды 200 бионтан үнші тағала бұппыт, онтың-онтың көбіт ұлатын-ұлатын ұтығыны доларыйды. Оны 200 бейін тұғыншаға кей олаған тұғыды тәрібеттен 500 тұғынша алатындар бұл тұржа қастығы болды. Енігін әнұттың әлбәқтер онша школьный бизнес инкубатор тәрілі бетті. Оғыларғыттан ғашуды күләлі ерекет қолыбырдан әте қытты қолыбыра қайдық жаланы ариян үлелі тәжалары. Нүрбачаңға қазай фирматын ариян үлелі тұралылар. Он тукалар, но тон атен ти хае се вртен линијата на управление образование линијата на неме еби каде увлендер еме он тукалар олах каза фирма болен ерет. Хуле агроскола тегар олар белерин перипилине сарство ден проект онорндар учебади камрија комискендер еме каде ландар перипилкаларин етенге самит перипилка хамита таксаторар. Маны тағынан тұтын бір үшігі проект бұтынан бәрәтті бұ бионча ғылы бұға, бионтан тақсатылы бұға пекарине тұғылар бұтқыра кейрептен нәйлекке бұ осқолалар пекарине аспыттыры. Ола тұғылы бұр, просты бұлі социальный значимый проект бұл, күрдің болан таққалар. Бұ осқолар еңағы бұл баққа, осқолы оғылар ғырары жаяғын бұл баққа тұқ бар бұ нәйлек, олықта Аны маны тағынан қаты ден тағамай ұрақ ғыдыр құтығығысыдан нейлік бітігер түкеге өй бітіғ кеге өғыр әлбәк кейіс өқ біті. Бұл жылы отыстығынан жергір біттірі.
бәлерінен электрер бол баканюр бакуракка былырын күхін мүттерін ағалындара тұлабыттар олық бұл жағыты. Маны тағынан онынна күхіндір өлелерутын сылас теплицың орындыр үнәйі, үннерелілер оғылырын хаталылар ұсқолы оғылыр бәлер жүні хилдер. Оны оттың білік олын тұтарағыз күнігер елер көрен қолар бірағандықтырығар қағыстағыларын жүрі тюлпан әбек кейтін атылылар тағаран. Онна бір еттін хамай бастықынан тірелі бітті школының бизнес инкубаторынан болар Нұрбатағы маңдайғы ұсқола үлеті. Окінер еттін қолы бір корпусынай обычный были мебель, деньги, бумажные, когда мебель горн тарандар, нехилинья гора был бакка, то нюрбалон югус, территория уже горутан, был бакка нарки нега кастан, вот тролроллар. Вот гела, ага, бедюна, он на бире ми улахан мебельный цех был рынас попут, маркатага, таркай, скула тегар, он только вот улагочугай, улаган г компьютерный, тангалдан таккар гравировка лыдинин оборудование так астимулиенях. Бірік мүлінде он тұқы бұттан бұхайын ұмайан қалбыты. Маңды тағынан қолы бір итінді өлелдейір жөндіру веретәңгі әмі болғымты бұтын ұра бұт. Ол күрдік итінді сөлінден өлелеттер үшуталдар әбі управление образования, министерство образования линетін әмі барын әбі өренелдер ұндаманына. Бір қолы бір әтекпін бағарабын, ау перш қолаға өлелдейір дизайнер Михайла Вереника Анатолиевна Денкіз ұлыс көсет оқтен бар. Кадырдар білімнәңден программа лақтыр. Ол программатынан өренегер қатшы беренінер манна екі ғылағыта аги кейлар. Международная британская школа дизайнеден өре қып бұттар. Олынды келен өренмете. Білейін бұл кіз ұл бұт өреғін туғанары. Әбі ол ювелирнай тұқы өренінің әде технологияға. Олон не би оборудование инструменты дорогаремье көмі барары турар. Урбанит ордук сагаланерер урбанит самай надияра оттан қатшы боллаға дей онна туқ өйбіл барай материалны өттінен хиға. Хүбілі хам барамбыт Алексей Михайлович улус бұл бағылыға көгіләгінінен бес үрітті сагалашыңе төрсейіп біт. Бұл манды кейл біті улус жалтата. Негіліне социальный өттінен қарсықаллақ болу управленияты. Негіліне жарқтақ болу кейіне ТХС бөтін департамена онына бігі. Управление социальной защиты күміт араңаға социальный контрагынан ден көмі қатшы берер. Әп он тұқыта біліңі тұрғынан 200 бион түгінші болар. 200 бионшы қасыры қатшылақ әңет, 200 бион түгінші кәріңе. Хен бұт үтші қатшы бұтты. Әп он тұң болағына жарқтақ болу кейіне қасылу сайы именно үлеті ұқшынырға, емінді бәті жылы тәрінерегер 100 бион түгінші керіңе берер. Субсидия бұғытынан босқы, бағалыстан предприниматель болды. Оны болғанда бігі бұл сағылышыңе бұтынан республика, аны тұран бәбіт бігі бәбіт кембіт нүңе олығыз жағалтықтан еме құлығы бәбіт орыйынтын еме арас көменің ұры бұт. Оны болға бұл ұлыс бұл тайдарын тұғығар, жаман қадар ұғылан қалбаққа бардың бірге түмек қадияны бөлесіде бет. Енді ғанан чақылы бар, бір қолы бар әдем. Нәлекке үлеті ұлық кейі бар. Олы үлеті ұлық, тұғанын ба үлілен бағарар, оғанын бағарар. Бұл кейі бәтін жалтатығар барар. Нәлекін жалтатығар барар, онында социальный контракт ден, абышты білі, по-простому социальный контракт субсидия ден атты бұл простынар өде. Социальный контракт субсидия тұғар дүкімен берекпен бағарабын дейін, үші негерек үлігеттері бағарын берілдер күнерге. Бағарын берер, бизнес проектінің орар, ірденір дүкіменінің қайыр, ол кәнеттен, ол берелік кей болба, тақын бәкке берер бөбіт жағалттаға. Оны жағалтты негерек жағалтты түкөрін адбер айдыр, таланылар, хамы шүгеддерін. Бұ бі негерек бітер күджік нада қайысқа, бұ кейіяға көмілігі қанады дейін. Қада тайысты келдерер, ұжы ұрыуынға управление социальной защиты қамығы етігір. Бұ қамығы яға бігі жөндір бұппалылар, бұтоқ бар, сағылышыңелақ, теретті представителлері бар балылар, оны олар көрілдер. Қамығы ең аста қатшытынылар 200 бион түгіншітін. Үлла оны қолыр, бұ кейті ғар ұғанар. Бұ 200 бион түгіншітінен туғар стануған ұлла, инструменін ұлла. Онтан жаң, әлді білдері ұқ қолыр, бәді предприниматель болар де. Ұғанан көрір.
Урбанит поланкал. Ол хедерен тукары бихи консультациялы бит бли сопровождаем. Күн бүгін кеңет тэхэр зиден нағы? Былырын самозанятый тоғынан окон хақы хирегер былырын хаңа кейт бите, ол кирятин катар бихи сразу метух, бар балыгын елар бітін баратын оларытан, возможно, сперем мет самозанятый дар бит билейін улаханыңар. Улаханыңар уже самозанятый дар. Это, конечно, показатели бытыгар, были налог бытыгар, или месте тенген, такса бытыгар, охсор, были самозанятый налог тюлябет, это были капкараны тюлер болла, где хэп, тюет бесери брыган от улички. Он на эбьи улехет, наемные улехет илар браба ух. Урут полла, на беги бьюхан чал, тонча, хюбе резидемат бьюхан алтон, хюскетиер улехет тирда, полахтан блин, холовар турар бэлерер улилдер. Эп, он холовар үріптәк, оны мәлтен еші бұтын олық бұтайды нәрін көндір үйті бұтты. Инегінен қолыр бұ атын ұлыстарға тәйін бәбін кәлегілер бұнен көтірі көпсеті бін. Қолыр бұ маңнық республика бюджеттіттен бұ через управление социальной защиты, через центр занятости бұтты население кәлір үйбе қатшын етіндік тұйрар олыс табағастақ. Улус кабанда вала туа болар, улус экономиката бегор гюргер эсэ бир клап болар. Он хүрінден, бе улус кондук хүрінден, үлэта бар бута түміктерін ағалла ол күрдік ағығын тоғыз біліңі тұрғынан икі хылы хигарду. Чекінде тағығын тоғыз, че тоғығын чекеге тоғығын тан тақсы болды болақ, тоғығын чекеге дета... Он нас он тоже миллион керинга урожайных сумм на аккумулирует дату бит. Он он холовар ощутимо ёс, кеме волар. Улус бюджеты гадане нелиня олгон тахмадаган урдурган. Республика бюджет тан холовар келер бас хатчине улус тухугар олан жингнякти тухага тахари. Тиген хална махтал хеттан она эн бача келбича тугу багар янгатай бу багар куттана хаджар болади багар тугарети бекке ари хар бахты хаджар кеи бар боллана. Отан урбаниттары, ота бүкелін қамсық кемегір бітті, пандемия кемегір отан кестер бол батақ, тоқ барытын, бейер улысқы бол батаға болуа, Никузской қуарыт тұтты, қайда проверка барарыты айданы, хотыр-хотыры социальный системдерінен таққа тұрар, қағыттарын нағы бұт, онымдарға да тақсырын бұқағы. Бейер урбаниттар бұт, бар бейген өтті кест ағатан таңындарын олар-олар. Дейлер бітен, солар бітін, тұтан олар жандар кенер болалар, отынды тоқ бар, өңілері бартын кенер оңырылдар. Бұғаты неттаққа кейі төрі оғыттен, ұнара дүйдіға аттыңырдылы урбанет өңітінен туғанан. Бұтты олар бұт, енегінен өтіпе урбанеттар бітін беріттіктен көміс күйхаты бұт түйекіларынан, түйекіғық бағарынан. Бұт урбанеттар бұт пандемия көндірдеді. Бастық күнттен хамай бастық көмеуі үлейлерін ұмытшынырының кенер болалар. Амыстан білеміз кіп айлық дағын болан қалбытығыр, маска қанда да хуық бол бұтыр, урбанеттер бұт, маска деген керен бар бұттыра, костюмдері білі барастыр кетір, тоқтарын деген бар бұт, улыс премьерін әтебін. Оныттан келін үлді біл бұға кейді біте кенерінге арас үлейлерін бұтты, масочный режим, рециркулятор, проверка бұғытысы жар. Несмотря на это, бұл урбаниттар бұл ковидный отделениялар қалдан бұғы бұл бұттарығыр әмейі бастықынан кенер көменінен көмеға кет біттірі. Душевой кабинкаты гартия, кислородный концентратор дыр гартия, ол бұл ехет қомбоз күрітуға ағы да бар баққын. Енегінен бұл урбаниттар бұл жабелеңе тұрғынан мүлі өнкеріңе уже бол бұты болу көмелес бітті оқтары, көмелері.
манатаанам бахардар бутыгали мекенер көмө бого болбуттар. Амбастыкандан этэти катарда хүрен калач кенилер. Хамай колу социальный эпитнистэк бетинер олу гор болбакка үлэттерин жекергенилер эпитнис ылхаджыр жондар. Хеп онда бәйлер хылла хорптак жондар. Бу жондар бутуноттан биги обастыктак бут. Хыналыктак бутен принциптак бимин. Эп онта хагалаячылар багыр кемете кихи багаханалах болухта мечта. Бата хорок жондар күннегачы кучка хаджын мечта дир туғынан умнан кебеллер. Мечта дир ден ба туғы дебі күндік болалар. Эп кихи мечта лах болухта, бу мечтатын хылгынықтах. Бу хылгар онда бара турухтах. Тухтан дейнгіне бәкке, тухтан да чай бәкке. Мен мана бир примеры тектім бағарабын қолуур. Буквально тебе он эти утталар байдам журналга нюрба бастым клубника та ден дядя на ден статья тагста, бо Егор Николаевич Николаев ден гастахки пенсионер, ведь на антакоре жакахай гетер улелябикки был хангагалыр предприниматель болла, урттергени гаролор дахдям баран хенгерен чехин уретен сонием баран бигит никким хюстгенчик кредитал бута. Он не был теплица тентуа на бородоне тен бартен хонгорон териен нюрбалох тохтрон дядининен клубникандан күндүлет. Нашо нюрген халне хи улус кутгар кенас кетен дагна то урбане кета сайда турагар багаравон улягат тахарлах пол махтал. Эгеге бирини көрө олорогот бери битин халгыбыт. Элбек олог ие жег олорон хайдак карчы муннунар. Жегерген бюджетгер бейтин кылатын оңорорманы бейтин холобуруттан кепсияга биге гылжыппыт. Үс батур иете тома Никитина өтөкүнен тома. Өтөкүнен. Ага, же кепсияра бу. Же жег олорумун оголорун касас тактыры. Оголорум агыс алхетте алта икке астактыр. Теди крекке хен элбекте өр хоғызалар бұл қолықтақын дейді. Онын хен бір оттан қая бағар кехе жей кәрген бюджетігер оттан бәдін кілатын келлерен бағарар болаға дейді. Ән ене оны қайдақ болды. Күтігін жау оны ағасыл кәтері туғдығын мақа сериал көрі-көрі оны қастығысты олар бұткәндерім. Мені үшіге ие болам бұғылақ Антон во икотенџо во наслотан уже манифестација лансагале Канада утро бинеден токујдан уже клатки лерен дјекерганга во иву хатчеди лерен тухна токујдан барбута. Аха. Антон во икотенџо во наслотан болер. Тухтан хагалавкни. Хајдах бобуте. Мим волла анда баста манифестација лахам денде. Амод или илинда нго хокка мин тухо осмисет. Керка мина нике мандак или на урбут на хвилив творческая кутачамут, орин ол болла гана вихе тухпуторо тухпубда. Сагалахан. А сагалахан булбуда. Холобра туунгора ретигини. Карсканда манда фотокубиктарунгора ретибит фотокороккалрунгора ретибит ану заказлан сагалапут ану бартакраттан хагаламута. Онто лайтбокстарка тибите ану виде фотосветиндик парти. Ону тарунгора нотон манитизация ламбар булбут. Кырады болар доход болады. Кырады болар доход сағалам бұта. Онтан, бұл үкітігінші сүйлбе ұлттан үші бәйбі сайынларан блогын ұстан сағалам бар бұт. Ән білген блогер күрдік бәйін сайынларағын, де оны марафонлары онлайн үйінгітаған, де иелерге, далбар құтыттарға анаңын. Аха, онты көйін қайдақ бұғыла қағары құлға темата тұғы. Аха, мен болағаны кистелем бол батак мен журналистика екетегер наха қайыбын сыстықпын наха бағарабын онды кыттығықпын наха бағарабын сұрнос болықпын наха бағарабын оғардық біттен оны камераттан наха күттен әретім камераттан наха күттен әретім олеген бұл прямой эфирге ұттақпын қырқы аудиторияң ұстамын ұттан көремден ханабын хаят әбін дұғы оны хата хаңырабын дұжен қолынан көрәрі марафон ұппытып оны жондар наха біләбіттірі давай монетизациялар қатшыға үйтті үйттірі. Оның үші мегін мотивацияландыр, оның үйттағым де. Оның үші мүндік сайдан білген марафоным сүйлбақсыз патуға болла. Оның тұқтен темалақ марафондар? Жолық еден марафон. Оның болағаны бұл елі хайдаларға, жиғылырын бұл хайдақ бәлірін сайынларан, хайдақ бұл
куттамат поларга де, куттамат поларга, жонтон толубакка, кыбыстыбакка таксаларга де. Бэйм эми оны асып поламын, ите таптырасып поламын, мен агыстык, бэйм опытта кепсибин. Атахола, бурай, ите кыжык жонго хаңарар, выступайды, реген үгүстеки хетон толлар булуктах. Интенен, оно кайдак ахарымыккыны, ите бэйнде билимбитин курдук отон, бастан ута кутталаха осетеди. Хотя хармакан иди, но то, чего Аллах не мечает, я марафону камеры спите. Ага, кинулер был Аллах, то, чего тачилер миган Аллах, камеры иган хвиюре в кататчилер. Он нун что-то мотивация, нан тахамар будем, нук крака я аудитория гам, нук прямой фидер гитан, хана обн этен, биевин кроргу биренен, ага, бир камера тен би кроргу устам, то биан видеоролик тарго уллар бун рекламалар густа уллачует манен кага, онда биан кроргу устам. Ага, кустан, мне так хандревин дидиан, кустан мавулан Антон, алканиттан уже булрингаттан, он укат толелхан, бэмин кроргу биренен, бэмин улнан таптан бу, ая. Атон марафонун ата детеринен то жаллах иедин. Ол сүрүн хувен тухкатаре, бу холбро жаллах ие боларга. Жаллах ие болар кутан, кихи чактар бола хайдыхтах тиханы бу. Чактар хай сайдар болаганы, чактар мандык курук үйне хатыр, сайда хатыр, курук керени керекси хатыр боллаганы кини жаллах ие болар. Антон курук нар негативы токуйду, нар кухаганы токуйду ие боллагана кини жекерген эми ондук каян калды, кехтан калынча болхин. Ол болбатын туфугар бул жактар хайдан, үйрөнөн каяктах жаны. Ототи карчына агыргайын эне оголорун ату латын эрдектер эдин каңгыттан сыгырык канады дигенигини холбро ого каңгыттан бүлө карманны качылак булуктагы же керген биле дохотун расхотун билер булуктагы каңгыттан сыгырык канады оттон же керген офсына катчыды ого онна катчы темада же тип теманы боллагына мен улханнык мында катчыланын ыпытым ден соо бирин хеттага састактар оны улханнык онду кая баппын эрери биле тоокка катчы барбытын бу мамы үлөлерин бап үлөлерин тоо үлөлерин билерлер аа бу ахары сери таңнары кимдер чумпуту кырттактарына мамы үлөлер мамы үлөлер кеме чумпуту кырчалдар отчоону кимдер ахылдар тебе курдуну катуу килдер аны программалы аны программалы отчоону кимдер уже билерлер бу мамы үлөлер тагына хамдастанар бап үлөлер тагына хамдастанар Коллаборатор, ты офсенен джекерген бюджетин были бланнаңа тырыга тухамет албастарда хыттуа хей джекерген? Мин боллагана бихи джекер кулухан нандук албаспыт сух, мандык качча муннахын инде улухан сух, арай бэйм андугуна жарыктандар бун. Бу булырыңаттан ите марафону кытта ону хагалаабытын сат. Бу жыгы олорон жактар бэтигер мандык уурнуулах болара. Ага, бәтігер мандык кракы дохуттах болара кикиниха уверенность бере самооценка түрдүр дегенде болса болихин онтон хагаламын бу билирин такастыр бутта онну бирген уган сагалабды. Ага, ондукча уган уган уттун бу билиген уже чөт шот тахпын онтука бир уже биле хин балай дохумалар тахпын онтука мен уллаган уттун бу марафон буттан закастыр буттан кире онда биле жактар биле анда чорный ден даган же кара күндөргө даган хин бир наада болу деген бейин биле туханаркар краскага самаскага деби курдукту туханаркар сумкалынаркар ага хин бир ондук тахпылар ордук дегендебин онда ону ме жакталдарга бул жеттен олоруңуз хотя бы пособияттан уголоруден жүбелибин отачы түөт шот дединди того баардын бирге муни бакка инник арарагыны ити буллаганы бэйми колунун көрөбүн бэйми колунун көрөбүн онда бу арас рас методтору тухана миха бударин тилихине олин ондук кайыбын колобур онна арааны условиялак шоттар арыягында э онна буллаган оттон ага бу Улхан сел трудом сад, сел трудом путешествие, диви, холобра, ипотека у меня был, вон телефон у меня был, компьютер у меня был, диви курток. А вон на бо, бэм тохтар бэм мёхаю, дили. Тохтар, дахтар нарат на альбах полар батта, он тохтар гэмё. Тус-тус пария, да? Тус-тус пария, да. Олата ол шоттаргар, холобра сэлыттан, тутулуктанангын угар хумманга мия раса-раста? Угар сумма мия раса-раса, ага. Эн төхөннөн элбак угаган даганы отчонунан сыылың улахан болар. Сыылың төхөннөн улахан даганы угарың элбак болар же.
Онан жақталдарға сүбәлейбен, күркі сұйылы тұрырман, ұлыған сұйылы тұрырын. Бұл бірақ қайдақ, ұлыған сұйылым қайдақ біле болықтағы? Ұлыған сұйылғы тұттың әйіне бұл, тұққайы бұты бігі қатықтан қала бұтты бұл, путешествие кетігер енде, бұл телефон ұлынар бұтығар, онымен білі, бағара телевизор бұты ұлық бұтын бағара ұлғатан ұлбап бұтты, әче бұл оғылыр бұты қалы, әче бұл тұқ бұты қалы де қаян көп ебітті, бәбітін дафтыруы бұлан бұраған көп ебітті, оғылыр бұт таңыстырғар, оғылыр бұт یتی اهلکترگا دی اوران که هیچ وقت انتون دختر بو کنی باعث ناتم بطلران استان نخسین کرلان تلران استان نخسین کنی سجایر سردر سایدر انتون بو نار بو اغلب بچه خالریم کدک مرخالریم یه برخالریم دیگه نک بهتون خیان استانه کس بلان اوران استانه کنی هایت باتی هنو ولی هن بیانی اینکی کنگ تو بیانی اینکی کنگ تو روان بیان با هنالرگ بکرالان کرالان آلوخه کل درنی هرین ایخه بیان ور تو هلاخته. آها. آن چه بیگه کارش لبر تیگر تو باغرنه تی بخو لبر جیغال روان بله هنالرمون توی بتوان جهتالر هنال بختره ولودی اربعای دیگری کالر دخوناتون خنتا قطش کل درنر بین این بله توختن حالق قه بی خو لبر. Күнді жақталар, күнді кәрекуларды, күнді елер, күнді бәлер. Әйге өскөтін қауіпілақ бұллықытына, туғары саңыны арияң мұны монетизациялықытын бағары бұллықытына, жонтон құттанымаң, жонтон салылымаң, бәғіл бағын ағытын үрі тұтуын болуқ бейді бәрілдерін ұнымаң, онына жаллақ емірфонға кеткейдің дейінді. Қаз бейдейбі тұтты жаллақ مختل ایخه تو ما بیرون کلند به افیر بتر کت بکار، این ایخه اینی که تین دغدغه تن بول کردک، چه باید کسلاه نه نرسیدی سجایی هدجرگر باغرای من چونه تجیکر گنجر دغدغه سایدی عرلی بار بلو ولنگی نه تا اینگرینی مختل. کنده کارچیلر بهی بیاری بیتین سالگی بود، بو کلگاس رکلامات تخت بول کنیتن بهیگی کرسیاب خیلی دغدغه بهیگنین بیرگ بولم. Вы смотрите передачу «ЭГЭ». Сегодня мы далее говорим о финансовой безопасности. Что это? Как уберечь свои кровные от хищных лап мошенников? Как обезопасить своих родных? Ежедневно новости нам сообщают, что придуманы все новые схемы мошенничества. И как отличить звонки недоброжелателей от реальных? Нам обо всем этом подробнее расскажет оперуполномоченный отдела по противодействию преступлениям, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха-Якутия Нюргун Александрович Гурьев. Добрый день, Нюргун Александрович. Добрый день. Ну, давайте сразу начнем. Вот как же отличить эти звонки, которых иногда порой поступает за день до нескольких штук? Что это бывает, мошенники или как? Правильно отметили, что вот наши граждане большинство каждый день пострадают от мобильных мошенничеств. Зачастую мошенники звонят с незнакомых номеров. Обычно это бывает, начиная от цифрами 8-495. Это подменные номера. Мошенники используют эти подменные номера, звонят. Как правило, это IP-телефония называется. И мошенники вот с каждым днем используют новые виды мошенничества. С использованием IP-телефонии можно даже позвонить с знакомых номеров, ну, вместе с родственников. Да, вот такие вот сейчас они используют мошенники. Угу. Если поступил звонок с незнакомого номера, необходимо вообще не поднимать этот телефон вообще. Угу. Но если вы уже подняли, представились сотрудниками, обычно большинство случаев совершается под предлогом сотрудника безопасности банков, угу. Зачастую Сбербанк. В этом случае вам необходимо прекратить разговор. Ну, обычно мошенники, они как сами психологи, они разговаривают, так сказать, аккуратно и внушают, входят в доверие граждан. Если вы не смогли положить трубку, вы должны, как бы, не знаю, там, люди вообще, введя в заблуждение свои кровные деньги, направляют мошенникам через банкоматы, через мобильные банки и тому подобное. Необходимо вообще прекратить звонок. Сотрудники банков сами не звонят вообще гражданам. И не предлагает никаких там продиктовать свои банковские реквизиты и тому подобное. Поэтому банки зачастую только могут предложить свои услуги, ну, продукты, имеется в виду кредиты и тому подобное.
сотрудники банки не спрашивают банковские реквизиты. Бывают случаи, что мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, прокуратуры, ну, сотрудниками полиции имеется в виду. И что хочу сказать, вообще сотрудники полиции и сотрудники, работники Сбербанка вообще не спрашивают про банковские реквизиты. Угу. Да, вот новые способы мошенничества у нас есть. Вот мошенники не останавливаются на этом, они придумывают разные способы мошенничества. И вообще свои банковские реквизиты, номер своих банковских карт и на обратной стороне CVC-код вообще никому не стоит это, ну, говорить мошенникам. Бывает вот случаи способы мошенничества с предложением как Юла, Авито и тому подобное. Там у нас тоже в городе по республике много заявлений поступает по таким способам мошенничества. И там есть в предложении «Безопасная сделка». И они говорят мошенникам: мы вот оплатили за ваш товар, который вы продаете, и чтобы получить эти деньги, вам необходимо заключить с нами безопасную сделку. Но это в самом предложении Юла есть такое предложение, услуга, угу, безопасная сделка. И мошенник отправляет ссылку они открывают, люди, потерпевшие. И там есть предложение внести номер банковской карты. Они вносят нам банковскую услугу, думая, что деньги поступают им на банковскую карту, которую они ввели. Потом переходит код. Они набирают код и автоматически списываются деньги. Угу. Вот это тоже способ мошенничества. Вот Юла и Авито. Первый распространенный способ – это представляется сотрудником безопасности банков. Потом второй – это Авито и Юла. Потом набирает обороты мошенничества по сфере биржи, пирамиды. Угу. Люди хотят обогатиться на легком, вложая деньги. Вот раньше было такое Кэшбери, Глобал, где люди вкладывали свои деньги, угу, сбережения, и поступали проценты ежемесячно. Даже ежедневно поступали проценты от вложений своих. Вот мошенники, воспользуясь этим, тоже придумали такие виды мошенничества. Сейчас еще идет распространенная покупка криптовалюты. Угу. И деньги они отправляют мошенникам. Они говорят, что мы сможем вам помочь обогатиться. Вы мне отправляете 15 тысяч, потом я ваши деньги направляю на свою криптовалюту, на электронные деньги. И таким способом вы ежедневно можете получить процент от этих сбережений. Но так таковых нету. Ни сбережений никаких нету. Вот в последнее время у нас мошенничества такие распространенные. Но наше подразделение как бы тоже борется с этим. Мы каждый день, ежемесячно проводим профилактику по мобильным мошенничествам по республике и даже в самом городе Якутске. Поэтому такие преступления раскрываются. Мы ежемесячно, специализированное подразделение у нас было создано у нас в городе, вот в управлении с апреля. И наши сотрудники ежемесячно выезжают в командировки, и мы находим этих преступников и передаем материалы следователям. Так, то есть, резюмируя все, что вы выше сказали, угу, нам надо опасаться, вот если нам звонят с незнакомых номеров, угу, особенно начинается, когда 8495, да, как будто бы московский номер. Московский номер. Ага, второе, если просят данные банковских карт. Банковские карты, да. Ага, и надо вообще как закон запомнить то, что да, сотрудники банков и органов внутренних дел, да, никогда просто сами не звонят. Да? И не спрашивают про реквизиты банковских карт. Угу. Хорошо. Но вы тут упомянули то, что мошенники могут позвонить с номеров ваших знакомых. То есть у меня высвечивается имя моего знакомого. Я, угу, же подниму телефон, либо в крайнем случае, да, перезвоню. Ну, вы, как правило, если знакомый, то да, подменные номера могут воспользоваться мошенниками. Но по голосу вы можете понять, что это не он. Угу. В принципе, так можно отличить. Ну, mm-hmm, есть такие, да. То есть есть такая вероятность, то, что кому-то, моему знакомому, могут позвонить от моего имени, да, да, мошенники? Да, да. А они обычно что говорят? Вот сейчас вот хорошо старое забыто, вот мошеннические способы. Uh-huh. Сейчас вот недавно, вот на прошлой неделе произошло по городу Алдану. Uh-huh. Там мошенники ищут пожилых людей, представляются родственниками, внучками. И попали в аварию ДТП. Uh-huh. Находимся в отделении полиции. Необходимо, чтобы не было дальнейшего возбуждения уголовного дела, и что надо перечислить деньги, угу, чтобы вашу внучку отпустили.
А на такое еще попадаются? Да, да, вот у нас два случая есть, и по России тоже набирает такие вот, ну, преступность, короче. И пожилые люди, не зная об этом, обычно звонят с утра, сонное время, и они верят в это и перечисляют сразу же на мобильным банком или банкоматы, перечисляют деньги. Вот такие случаи вот в последнее время у нас было. А вот, ну, современная жизнь, вообще все у нас онлайн сейчас, да, диктует свои правила, да, и покупки у нас онлайн. Как же все-таки вот отличить то, что реально можно купить, и то, что это подменная страница? Да, вот в связи с пандемией, с коронавирусом, с прошлого года набирает обороты, вот эти мошенники пользуются. Все сейчас сидят дома и покупают одежду, еду, покупают авиабилеты, онлайн все это. Их, как правило, никак не отличишь, потому что есть мошенники, которые пользуются фишинговыми сайтами, имеется в виду. Действительно, такой сайт существует, они делают двойника. И поэтому я не там. Сперва необходимо посмотреть отзывы на этого сайта. Бывают такие сайты, где отзывы там говорят, что эти мошенники. Но сами мошенники тоже сами пишут большинство положительных отзывов, поэтому их отличить очень сложно. Поэтому предлагаю вообще, ну, просьба граждан, чтобы они, ну, как сказать, покупали с проверенных сайтов, через, ну, узнавая через своих знакомых. И можно купить вообще, ну, сходить самому, можно так сделать. Ну, я не знаю, там, вот эти случаи с прошлым годом, вот, с пандемией у нас мошенники вообще начали вот таким способом похищать деньги граждан. Поэтому, как сказать, отзывы смотреть надо и проверенных сайтов надо покупать. То есть проверять и перепроверять. Да, перепроверять. Как говорилось вот в фильме «Живец», вот в советском фильме, утром стулья, вечером деньги. Вот в таком смысле. То есть действовать по такому, да, принципу? По, да, пока не потрогаешь то, что вот действительно я покупаю, но не надо перечислять. Люди вот, да, бывают наивны, они через сайт все отправляют деньги. Да, и потом им не доставляют товары, услуги, одежды, им начинают писать заявление, что нас обманули мошенники. Да, мошенники там пользуются этим случаем. А насколько сложно раскрыть такие преступления? Ну, раскрывать эти преступления сейчас мошенники, как правило, не говорят банковские реквизиты своих, ну, своих банков. Они через третьих лиц, там, через кого-то. Поэтому их перечислять, конечно, очень сложно, но мы в этом направлении очень хорошо слаженно работаем с банковскими учреждениями. Вот как, в срочном порядке у нас есть взаимодействие со Сбербанком. У нас кратчайшие сроки по запросу предоставляют ответы выписка банков, где мы можем отследить перечисление денежных средств. И можем установить мошенников. Поэтому в этом работе надо тесно работать. Налажено у вас, да, в этом плане? Да. А бывает то, что, ну, если человек, ну, как-то опасается, может быть, боится, вот по собственной дурости попал, но все-таки стоит же ему обратиться, да, в правоохранительные органы? Сразу же обращайтесь в полицию, мы сразу же проверяем в ходе доследственной проверки, если есть состав преступления, возбуждается уголовное дело. И в рамках этого уголовного дела уже будем работать уже по раскрытию. Дергун Александрович, и подытоживая нашу беседу, ваши пожелания всем нашим якутянам, телезрителям все-таки быть осторожнее, да? Вот можно, смотря на камеру, прямо обратиться. Уважаемые граждане, жители Республики Саха-Якутия, будьте осторожны. И в случае, если поступает входящий звонок со знакомых номеров, начинаешь 8-495, 8-800, ну, с московскими знакомыми номера могут быть, ни в коем случае не поднимайте трубку. Если вы подняли телефон и начинают у вас спрашивать про реквизиты банковских карт, CVC-код, вы незамедлительно прекращаете разговор и обращаетесь в полицию, в ближайший отдел полиции, ну, или позвоните с мобильного телефона 112 или 020 и обращайтесь по этому факту в отдел полиции. И ни в коем случае никому не сообщайте реквизиты банковских карт, своих карт. И сейчас вот в такое время, что вот безопасные вот покупаете через Юлу, Авито, вот безопасные сделки вообще не надо верить. И по части биржи и пирамид, которые вот можно легко обогатиться, вот это никогда не надо верить в эти
бирже. Они не существуют сейчас в такое время, что вот раньше да, было такое не то в отношении Кэшбери и Глобал, которые были пирамидами, они вот проводилась проверка, и в некоторых случаях возбуждались уголовные дела. Поэтому с этими криптовалютами, биткоинами не стоит связываться, и не надо вот поддаваться вот это влияние. Угу. Спасибо большое, Нургун Александрович, что сегодня донесли до наших телезрителей эту столь важную информацию. Мы желаем вам успехов, хорошего дня. А, дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир. И сразу после короткой паузы мы поговорим об управлении семейным и личным бюджетом. Мы продолжаем наш эфир, и далее мы говорим о финансовых инструментах управления семейным и личным бюджетом. Поговорим мы об этом с руководителем регионального центра компетенций по финансовой грамотности республики Ритой Михайловной Якушевой. Здравствуйте, Рита Михайловна. Здравствуйте. Ага. Сразу давайте начнем. Вот какие самые главные финансовые инструменты есть? Вот семейный бюджет – это тот вопрос, который интересует всех и каждого. Да, ну, наверное, нужно начать, что такое семейный бюджет, да, это те деньги, которые есть в семье, то есть это все доходы членов семьи, и семейный бюджет составляется по, согласно табличке, доходы и расходы. Вот, инструменты, которые помогают нам вести семейный бюджет, это, естественно, банковские карты, на которые мы получаем все социальные выплаты, да, кто-то получает пенсию, кто-то получает пособие, ну и, естественно, получаем заработную плату. Если мы сотрудник бюджетной организации, то это карта МИР. Если мы пенсионер и льготник, то это тоже карта МИР. Да? Вот. Ну а для остальных категорий граждан, скажем так, да, они могут выбирать любые карты, любых банков, как бы любой, это может быть любая платежная система, которая удобна. К выбору этих карт нужно подходить тоже, ну, скажем так, с таким небольшим анализом, потому что карты бывают разные. И бонусные программы тоже бывают разные. У программы МИР очень обширная бонусная программа. Она предоставляет и кэшбэк за путешествие по России. И к этой системе, платежной системе подключены многие торговые организации, которые работают на территории Российской Федерации. Да? Угу. И, в принципе, можно получать и кэшбэк за покупки. Это вне зависимости от банка? Вне зависимости от банка. Это платежная система, сама заключает соглашение, расширяет, тем самым расширяет свою экосистему, мы так называем это, да? Финансисты это так называют. У нас в республике региональный банк, вот карта жителей Якутии, очень удобный цифровой инструмент, который сейчас внедряется, скажем так, да, этот инструмент новый, это финансовый инструмент, которым можно пользоваться с большой выгодой для себя, потому что там, кроме привилегий от платежной системы, там еще идет и система, скажем так, поддержки клиентов от самого банка. Это система лояльности свои, она позволяет получать кэшбэк до 20%. Mm-hmm. Это же супер, это же вообще просто отличный такой финансовый продукт, которым можно пользоваться ежедневно. Еще один из важных таких инструментов финансовых – это страхование. Это тоже та, скажем так, сфера, да, из области финансовой грамотности, которую нужно уделять очень такое пристальное внимание, скажем так, потому что страхование помогает нам защитить свои активы. Ну, то есть свое имущество. Нет, страхование всего, и жизни в том числе. Ага. Ну, вы же видите, в каком мире мы живем сейчас, да, какая обстановка. И в целом, как бы, нужно очень ответственно подходить к тому, чтобы, ну, вообще к отношению к отношению к своей собственной жизни. И если вы являетесь единственным источником дохода в семье, если вы единственный человек, который зарабатывает и содержит полностью всю семью, то, ну, сделайте этот шаг, застрахуйте свою жизнь, чтобы ваши близкие, допустим, если вдруг что-то случится, вы потеряете работу там, или заболеете, или, ну, не дай бог, случится какой-то общий неприятный случай, да, то ваши близкие тогда будут иметь, ну, хоть какие-то средства к существованию на определенный момент времени. Вот. И, естественно, страхование имущества, потому что многие сдают квартиры в аренду. Бывает такое, да, что это является их источником дохода. И если квартира не застрахована, то человек может этот актив потерять. Uh-huh. Потому что, ну, вы видите, да, что бывают такие случаи, когда арендаторы
живут, и потом жилье сгорает, либо может случиться потоп, либо еще что-то, и вам приходится, если ваш актив, ваша квартира или жилье, там, или дом, да, он не застрахован, то вам приходится тратить собственные средства. Естественно, откуда их брать, если у вас их нет? Что, если эта квартира, этот заработок от сдачи в аренду, да, это был ваш единственный доход, и вы не вели накопление, не вели свой резервный фонд и так далее. То есть, ну, вот, такие моменты. Они, как раз страховка, она как раз перекрывает вот эти риски. Еще один инструмент, который мы обязательно должны использовать в нашем семейном бюджете, это сбережения или вклады. Вот. Естественно, к выбору вкладов тоже нужно подходить очень ответственно и анализировать. То есть проверять процентную ставку, смотреть на то, на какой срок вы хотите оформить вклад и делать на это, ну, скажем так, уделять этому большое внимание. Потому что, например, короткий вклад, он имеет больше процентов. А, например, длинные вклады, они, ну, на длительный срок, да, скажем так, они имеют чуть меньше ставку. Вот. И, естественно, вы должны любое вложение средств, ну, как бы накопление, да, оно должно подразумевать достижение какой-то определенной финансовой цели. То есть вы размещаете вклад для того, чтобы накопить на что-то, и определяете срок накопления. Потому что со вклада деньги потратить, ну, скажем так, сложновато, да, потому что, ну, рука не поднимается, там мы видим, что нас радует, когда он пополняется, а когда мы оттуда снимаем деньги, забираем, нас это вообще не радует, как бы, и мы, наоборот, начинаем себя корить и всяко-разно себя начинаем ругать, что вот не сдержалась и потратила, и в следующий месяц стараемся перекрыть и тот расход, который мы понесли, допустим, в текущем месяце, и внести в два раза больше, допустим, чем мы рассчитывали. Вот. И, в принципе, еще такое, вот чем отличается сбережение от вклада, я не сказала, да, потому что сбережение, смотрите, оно может быть таким. Мы можем в процессе всей нашей жизни формировать резервный фонд или финансовую подушку безопасности, мы ее так называем. Просто 10% от любого дохода, от любого, можно откладывать в этот резервный фонд, и тем самым у нас формируется такое... подушка безопасности, которая поможет нам в любой ситуации, в любых форс-мажорных обстоятельствах. Такое некое такое подспорье, если вдруг мы потеряем работу, если вдруг у нас случится какой-нибудь форс-мажор, например, сломается машина, и у нас нет денег, допустим, ее срочно отремонтировать, а ремонтировать ее нужно, и мы можем воспользоваться как раз этим резервным фондом. Или вдруг мы накопили, там, допустим, такую хорошую сумму, да, в течение нескольких лет мы откладывали, и у нас накопилась такая ощутимая сумма, мы можем эту сумму превратить в какой-то имущественный актив. Ну, то есть приобрести там автомобиль, да, для, опять же, для, да, недвижимость, использовать в качестве первоначального взноса, там, допустим, для покупки жилья своим детям и так далее. То есть, ну, в принципе, распорядиться такими деньгами можно на собственное усмотрение. Кто-то формирует резервный фонд для выхода на пенсию. То есть заботиться о своей старости, скажем так, да, уже в довольно молодом возрасте. И это очень грамотный подход на самом деле. А вот говоря о сбережениях и вкладах, вы приветствуете, чтобы это все было или надо что-то одно выбрать вот для семьи? Вообще, если мы начинаем формировать наши финансовые цели, ведем семейный бюджет, естественно, финансовые цели должны подразумевать, скажем так, интересы всех членов семьи. Всех членов семьи, абсолютно. Если у нас ребенок, мы знаем, что у него есть потребность в каком-то гаджете, да, ну, то есть сейчас для обучения очень нужны планшеты, телефоны хорошие, да, чтобы там была камера и так далее. И, в принципе, мы можем запланировать и договориться с ребенком, чтобы купить этот гаджет, допустим, не сейчас, вот потратить всю зарплату на этот телефон, да, а договориться с ним, чтобы купить его в течение 3 или 6 месяцев. Чтобы ребенок мог это понять и принять. И когда пройдет 6 месяцев, обязательно нужно купить, потому что если вы не купите, то вы, получается, не сдержите слово, и ваша вся ваша вот эта вот работа над созданием финансового плана, над ведением семейного бюджета, она просто сойдет на нет, если вы не будете, ну, вот так вот выполнять. То есть отдельный счет на каждую финансовую цель? Ну, желательно, да. Даже вот такую небольшую, как телефон? Да.
Желательно так, потому что вообще есть такая методика конверты. Наверное, слышали, да? То есть это популярная методика, которая помогает складывать наличные. Тут со вкладами то же самое. То есть, ну, человек может открыть в мобильном приложении и несколько вкладов. Там же, в принципе, нет ограничений. Это когда вот несколько конвертов с разными надписями, и туда денежку каждый. На телефон, на шубу, на машину, там, на квартиру. То есть и вот так вот складывают, и, в принципе, ставим срок обязательно. Цель, она ведь как? Пока ты ее не определишь физически, пока ты ее не оценишь материально, да, и пока ты не поставишь срок, вот она не реализуется. Вот ты хоть что делаешь, она ничего, ну как, не будет результата. Ты не достигнешь. Всегда будут какие-то причины, по которым ты будешь откладывать эту цель, то есть достижение этой цели. А вот про финансовые планы, вот на какой срок лучше его составлять? Ну, вот смотрите, например, японцы, они составляют на 2 недели. Ну, неделя, 2 недели, да? Мы все-таки придерживаемся таких вот стандартных сроков. Это минимум месяц, потом полгода. И идеальный финансовый план – это на год. Сейчас как раз конец года, если кто-то не ведет финансовый план, можно сейчас начать в течение ноября и декабря анализировать свои траты, скажем, посчитать. Подготовительный период. Конечно, да, потому что легко сказать, посчитать там доходы и расходы, а попробуй-ка, вот, когда ты садишься за этот процесс, да, и ведь у многих людей возникает разочарование, потому что они начинают понимать, что, анализируя именно свою расходную часть, они начинают понимать, что, господи, какой же я, вот, зачем я туда тратил эти деньги? И начинают жалеть. Ни в коем случае не надо жалеть. Ну, вы вот так, сейчас вы будете подходить уже рационально, когда вы будете распределять свои финансы, когда вы будете вести свой финансовый план, вы будете соблюдать финансовую дисциплину. Если прям вообще вот сложно и никак не получается, поставьте ограничения. Вот сделайте себе в мобильном приложении, если вы оплачиваете с помощью NFC, допустим, да, то поставьте себе ограничение, там, траты 500 рублей в день. И все. Вот у меня стоит ограничение, если я трачу больше ограниченной суммы, у меня телефон говорит, нет, ты не купишь это. Нет, все, нет, не проходит платеж, и все. И мне приходится, я конечно, не настраиваю его, там, не снимаю ограничения и так далее, у меня пропадает желание покупать, я иду домой, жду следующий день, если у меня остается желание купить эту вещь, я иду и покупаю. Если нет, то я сэкономила. А сэкономил, рублей, да, значит, заработал. Здорово, спасибо большое, Рита Михайловна. Я надеюсь, что вот те инструменты, которые вы сегодня нам рассказали, будут использованы нашими телезрителями в их жизни. Действительно, это очень важно, чтобы начинать надо с главного, да, с самого себя, считать расходы и доходы. Да. Спасибо большое, всего вам спасибо доброго. Вам большое. Дорогие телезрители, на этом наш эфир подходит к концу. Смотрите ЕГЭ каждый будний день в 12:15 на канале НДК Саха.